Председатель кабинета министров Акылбек Джапаров встретился с заместителем премьер-министра Таджикистана Усманали Усманзадой на полях первого экономического форума «Европейский союз. Центральная Азия». В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-таджикского взаимодействия. Особый акцент был сделан на реализации совместных проектов по развитию гидроэнергетического потенциала двух республик. Стороны отметили важность укрепления доверия между двумя народами на приграничных территориях и пресечения любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.